В роли волонтера может выступить каждый. Неважно, какую должность занимает человек. Коронавирус – беда, которая сблизила горожан и чиновников. 16 апреля некоторые супермаркеты присоединились к акции «Тележка добра». Это бесплатный продуктовый набор, в который входят рис, гречка, макароны, сгущенное молоко, чай и другие виды сыпучих продуктов. Жителям, которым необходима помощь, могут обратиться по месту жительства в органы соцзащиты. «Тележка добра» проходит в рамках акции «Мы вместе». За прошедшую неделю развезли 1000 продуктовых наборов. Адресатами стали люди золотого возраста, которые оставили заявку на телефон горячей линии 8 800 234 11. Сегодня волонтеры штаба «Мы вместе». Это волонтеры-медики, волонтеры Общероссийского народного фронта, ассоциации волонтеров и ресурсного центра добровольчества. Порядка 30 адресов развезли адресную помощь людям 65+, которые нуждаются в ней. На сегодняшний день по акции, которая работает Народный фронт, институт, Среднерусский институт управления присоединяется к данной акции и на свои средства пытается помочь личным сбережениям граждан, помочь лицам более взрослого поколения. Принять участие и пополнить тележку добра могут орловчане. Купив товары, входящие в продуктовую корзину Орловской области, их можно оставить в тележке. Заберут все активисты волонтерского штаба и сформируют пакеты. Хотел бы поблагодарить в очередной раз ИОНФ и волонтеров, которые участвуют в такой акции. И сам поучаствовал. Огромное спасибо за приглашение. От души это сделал, потому что считаю, что важная тема, необходимая для нашего старшего поколения. Поколение, которое сегодня попало в трудную ситуацию. Напомним, раздача бесплатных продуктовых наборов стартовала неделю назад. Тогда свыше 1000 пакетов были доставлены во все районы Орловской области. Виктория Юркова, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».